Здравствуйте, с вами креативное издание Fashion Concert и я, Катерина Цыганкова. Сегодня мы находимся в мьюзик-баре «Архив 13». Женщина без комплексов. Какая она? Лолита. Я думаю, о ней не нужно много разговаривать. Достаточно просто посмотреть ее клип, который она презентует вместе с рэперами. Yeah, Fashion Concert, this in pants. Было все очень красиво и романтично. После этого у нас как-то повернулась жизнь. Да. Мы стали больше уделять внимание своим семьям. Да. Уже поняли, что нам оторвут голову за все, что сегодня мы увидим. Да. Мне, поэтому муж мой не видел. Я ему, в принципе, сказала, что я пошла, и два потрясающих парня, один будет наблюдать, а второй будет со мной. Да. Он сказал, иди, я в тебе уверен. На здоровье. Ты не подведешь. Нет, правда, классно было. Да. А это правда, что когда происходили съемки клипа, во всем, что вы должны делать, вы узнавали непосредственно перед съемкой? То есть, да, именно так. Да. Правда, вот такая съемочная группа, что мы действительно сами были участники квеста, по-моему. Да, нам надо было разгадывать. Вообще честно, поэтому нам и не показывают клип. Мы просили, клянчили все. Нам абсолютно. Причем ребята за их деньги никак не могут посмотреть, понимаете? Мы познакомились по интернету. Да. Знаете, хорошая переписка. Да. Я получила офигенную версию песни, одной из моих любимых песен. И сказала, правда, очень классно. Потом, ребята, мы опять по интернету, давайте встретимся, давайте, может быть, сделаем вместе. Я говорю, давайте. Посмотрели как бы друг на друга. И я ребятам сказала, говорю, давайте я вас познакомлю с Леной Кипер, она очень креативный человек, и это, по-моему, тот человек, который нам нужен. Поэтому и получилось. И они друг другу понравились, что главное. В смысле, Лена и ребята вместе понравились. И все, и у них отношения. Лену уже можно даже ревновать, она со мной перестала общаться. Честно, по-моему, она с ребятами больше вот переписывается. Они вместе в Питер ездили, потому что там локации дешевле. Да, правда. В Москве загибают такие цены, что ребята, правда, поехали в Питер. Знаю, подружка просто платье привезла из Италии. Я решила его надеть. Потом разбирала квартиру, нашла вот эту штуку, которая в 91-м году была куплена мной. У меня сейчас квартира как блошиный рынок. В связи с переездом я обнаруживаю такое количество вещей. И теперь вот нахожу, что нашла, я как попугай, то и на себя повесила. Лида, вы снимали видео с такими красивыми мужиками. Да. Муж-то как отреагировал? Муж не видел красивых мужиков. Я ему только описала. Описала двух людей, воспитанных, интеллигентных, говорила, что я пыталась насиловать, но мне не сопротивление, не давались никак. Но я вам честно, я вот посвятила, что будет сцена. Посмотрим, что он скажет после клипа. Но я ему открыла один маленький секрет, поэтому я думаю, с ним будет все в порядке. Да, он готов. А не буду говорить, не буду. Это же секрет. Это секрет, правда. Посмотрите клип, вы поймете. Когда посмотрите, этот секрет станет ясным. Очень. На что вы знаете, при том, что у меня идеальные формы, мои 52 года. Какое стеснение? Наоборот, я ждала, когда страна увидит голую бабу в 52 года. Лолита на самом деле молодец. Она не боится экспериментировать. Так как с рэперами не все готовы сотрудничать. Так что она вообще большая молодец. Вам очень многие готовы. Другое дело, я не готова читать рэп, потому что я не умею. Это очень тяжелое искусство. Это невероятно тяжелый труд. Читать так ритмично и классно, как это у ребят получается, просто я не рискну. Я не ритмично сама по себе. Но мы научим. Надо вещи перебирать. Да, я уже, да. Да, я тебя уже научила плохому. На самом деле, вот перед вами совершенно два удивительных человека, потому что они очень скромные и интеллигентные. И это, честно, мешало нам всем на съемках. Я не могу сказать, что я распущенная, но мне тоже хотелось, чтобы меня наоборот вот кто-то подтащил. А тут я поняла, что мне надо парня насиловать в кадре. Потому что он от меня бегал, он все время, он суетился, он так не хотел это все делать. Вот Лафретро вытирал ему пот и говорил, иди. Он перегораживал выход, чтобы он никуда не удрал. Я его прижимала к стене, клянусь, это все было чистая правда. Снимались мы весело. Я очень люблю Колю Гусева. Очень люблю. Я давно с ним не снималась, но это мои любимые клипы. Юру Грымова, любимые клипы. Мне есть что вспомнить, много хороших работ. И хорошо, что каждый умеет что-то делать, какие-то, знаете, кто-то потрясающе снимает комедию, кто-то драму снимает. Вот Коля Серга
снимает комедии так, что просто, ну, не знаю, там, иногда не хочется сниматься, а хочется, чтобы Коля вышел, за тебя все сделал. Это будет дико смешно. Было, наверное, переезд, они видят, что я не страшная, я не устраиваю оргии, тишина, я только слышу, как соседи музицируют. Они спрашивали, буду ли я распеваться, я сказала, нет! Знаете, так тут победы быть не может, это же государственная борьба. Когда государство с тобой борется, это же понятно, что ты маленький червь. Когда Госдума принимает законы, которые на нас с вами отражаются только негативно, я имею в виду в области ЖКХ, и всем остальным, кто ползает, вот мы ползаем по земле, и нам понятно, что это вот просто, это надо так не любить людей, которые, значит, за которых ты решаешь, что им делать. Поэтому тут нельзя сказать... Я надеюсь, что проиграют те, кто кого переизберут. Мне очень хочется, чтобы их переизбрали. А я не люблю слово «прислуга». У меня есть помощница по хозяйству. Есть. Много лет. Это один человек? Один. У меня и штата нет. У меня один директор Эдик. У меня нет пиар-менеджера, мне не надо. То есть это один человек, который вот за ваше хозяйство нужно на протяжении... 20... И который от меня получает люлей. Ну, зато, потому что я всех сажаю на голову, это у меня норма, у меня все члены семьи. Потом со мной люди очень много лет работают, у меня не меняются люди. Расскажите о том, самый, наверное, простой вопрос, как получился этот дуэт с Лолитой? Вы слушаете ее репертуар? Ну, нам на самом деле всегда Лолита нравилась. Вот, и поэтому это все и получилось, потому что нам она нравилась, мы сделали ремикс на ее трек, отослали ей, она послушала и сказала сразу, четко, ребята, делаем. И все. Через несколько дней мы уже были готовы снимать клип совместный. Предложили историю, Кипер поддержала, Кипер, вернее, дала нам эту историю, Лолита поддержала, и мы запустили все. Вот сейчас в процессе, сегодня вы увидите результат. А все ли получилось, или были какие-то неполадки, что-то не вышло? Все по маслу. На одном дыхании все было. Это уже стало, можно сказать, трендом, такие дуэты с попсовыми исполнителями. В чем изюминка вашего трио, я даже так бы сказала? Ну, это как бы можно сказать, как бы Лолита, она метр шоу-бизнеса, как бы. И вот мы в рэпе тоже как бы опасные ребята. И мы сложили свои силы, и получился опасный удар. Так что все красиво. Ждем результата совместной работы. Как вы считаете, кто станет вашей главной аудиторией? Все. Абсолютно все. Мы на это рассчитываем. Ну что ж, посмотрим на результат. Спасибо. С вами было креативное издание Fashion Concert. Изучайте анатомию вместе с нами. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки.